К выходным на Гродненщине синоптики обещают потепление. Если верить прогнозам, то столбик термометра уже в пятницу днем поднимется до отметки 25 градусов тепла. А вот завтра, 19 июля, еще вряд ли удастся насладиться лучами летнего солнца. В областном центре ожидается облачная с прояснениями погода, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. 20 июля на Гродненщине температурный фон днем резко повысится до 28 градусов тепла и сохранится на этой отметке до конца недели. Но, как уверяют синоптики, зонтики прятать не стоит. По стечению обстоятельств именно в дневные часы в областном центре пройдут кратковременные дожди и грозы. А вот ночи уходящей недели, обещают специалисты, будут теплыми и без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду. Ночная температура существенно не изменится, также будет в пределах 12-17 градусов. Дневной фон будет в пределах 20-28 градусов тепла. На выходные характер погоды существенно также не меняется. Температурный фон остается неизменным, то есть ночная температура 12-17 градусов, дневная 23-28. Но при этом также не исключаются кратковременные дожди, которые, возможно, сопровождаться будут грозами.